Завтра вечером без холодной воды останутся сразу несколько улиц Советского района. Однако это связано не с ремонтными работами, а с подключением к городскому водоснабжению жилого комплекса «Аэропорт». Потерпеть придется сутки, вода исчезнет из кранов в 11 вечера, а появится в это же время на следующий день. Адреса домов, которые попадают под отключение, вы сейчас видите на своих экранах.